Здравствуйте! Вы на канале Денис Ван Лайф. Сегодня у нас обзор на вот такой красивую шахту Лего Сити. Под артикулом 60188 от 7 до 12 лет. Вот, начнем с мини-фигурок. Вот такая есть мини-фигурка девушка. Вот, у нее есть кладоискатель. Вот. Дальше у нас идет вот такой локатор есть. Вот, видите? Вот. И также есть шеф. А что он сказал? Не снимать меня? Вот шеф. Есть также медведь. Такой медведь. Также есть такой шахтер. Я его называю Казя Иванов. Также есть еще один водитель грузовика. И больше у нас... И последняя мини-фигурка вот так. Еще одна у меня потерялась. Простите, ребят. Покажу вам такой самосвал замечательный. Его может вот так делать кузов. Вот его перед, бок, зад. И другой бок. Следующее. У нас вот такой погрузчик. Он может регулироваться на полную мощь. Открывается кабина. Так. О! Вот это моя гордость. Тут регулируется вот это. Вот здесь есть такая кнопочка и двигается вот это. Вот такой агрегат тяжелый. Я его 2 дня собирал, конструктор. Так, ну теперь приступим к шахте. Вот есть у нас вот такая вагонетка. Толкнем, и она есть. Если чаще всего все паук, поверьте, раз он пить. Золотая шахта. Золото. Еще у нас вот. Смотрите, вот здесь мы нажимаем на кнопку. Раз, два. И тут есть золото. Мы берем вот так, бур берем. Так, отодвинем это в сторону. Берем его вот так. Так. Вам видно? Так. И вот так будем бурить гору. Так, вот. Вот. Так, у нас остальные кристаллики, если у вас по игре не получается. Ну, тут все получаются, но прикиньте, что не получается. Берем кирку. Отколачиваем. Дальше. Вот эти золотые штучки. Вот они. Вот, сейчас я их соберу. Вот сюда, потом погружаются.